Почему в этой игре все так дрочат на скины? Вот вопрос из чата. Объясню. Разрабы гении. Они вместо того, чтобы сделать доступ в магазине, типа одинаковые скины для всех, как в колде, или чтобы вообще все скины всегда были, они, блядь, сделали ротацию у каждого свою. И ты вот пиздец, как хочешь какой-то скин, и ты каждый день заходишь в магазин и проверяешь, блядь. Вместо того, чтобы покупать этот скин, который ты ждешь, ты такой: о, нихуя мне повезло, какой клевый скин выпал. Блядь, ну я даже не играю с этой пушкой. Ну, блин, все равно куплю, он же выпал. Типа, еще год, может, не будет выпадать, а вдруг он... Вдруг я захочу с ним поиграть, блядь. И, короче, ты покупаешь скины, которые тебе даже нахуй не нужны, просто потому что это редкий скин, и он выпадает раз в 1000 лет. Разрабы просто гении, блядь. Я этих скинов столько уже скупил. Вот нахуй я купил Glitch Pop Один, вы спросите. Я сам не знаю, блядь. Или Бульдог, блядь.